Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам, и с вами снова Алексей. Если вы не подписаны еще на канал, подпишитесь прямо сейчас. Ну а сегодня с вами сделаем интересную идею из старого шпателя. Посмотрим видео, так что вам всем приятного просмотра. Поехали! Для начала мы сейчас его разберем при помощи молоточка. Вот такая у нас нержавеющая сталь. Теперь при помощи орбитальной машинки зашлифуем. Кусочек отрежу два куска по 250 мм, шириной 25 мм. Так, кто там? В общем, друзья, получились вот такие две заготовочки. Необходимо сейчас убрать все заусенцы. При помощи гриндера сейчас сделаю и выровню в одну и ту же плоскость. Да. Да, я. Слушаю вас внимательно. А с чего вы решили, что мне нужна страховка? Ну, всем предлагаете? Нет, мне это не интересно. Спасибо, не звоните мне больше. Да, всего доброго, до свидания. Нет, мне не интересно, до свидания. Слушайте, ну достали уже. Друзья, я думаю, знакомая ситуация, да, когда звонят с неизвестных номеров, неизвестной личности. Но чаще всего это мошенники, либо спам, либо всякие банковские, медицинские услуги, которые звонки вам не нужны. Мне такие звонки поступают еженедельно, бывает даже по несколько раз в день. Особенно, когда где-то зарегистрируешься, оставишь свой номер телефона, и начали сыпаться звонки. Номера телефонов сливаются и будут сливаться. Но мы сейчас живем с вами в такое время, хотя бы чуть-чуть мы можем себя обезопасить и знать, кто нам звонит. Для этого всего лишь нужно установить определитель номера в приложении Яндекс с Алисой. А, я думаю, приложение Яндекс есть у всех. Заходим в него, говорим: Алиса, включи определитель номера. Появляется определитель, заходим в настройки, и у нас начинает загружаться гигантская обновляемая база номеров. Номера, конечно, это не физлиц, не личные номера, а всяких организаций, банковские, медицинские услуги, курьерские службы. И все мы будем теперь с вами видеть, кто звонит. Тем более номера обновляются постоянно, и вы сами можете всегда дополнить номер, пожалуйста, на него, и он добавится в базу. И еще один такой хороший момент, что мы сейчас пользуемся с вами WhatsApp, Viber, и мошенники, к сожалению, звонят и там, и представлялись таким-то банком по WhatsApp. Ну, я сразу понимаю, что это мошенники, да, как бы я кладу трубку, я не такой наивный. Я мог этот звонок избежать, когда бы я увидел, что это мошенники, да, там, и не поднять трубку, и не тратить свое личное время. Так что, друзья, вам всем советую установить, тем более определитель номера приложения Яндекс Алисы совершенно бесплатен и устанавливается в течение 1 минуты. Пользуюсь сам и советую вам. Так что установите себе и своим близким, обезопасьте себя от ненужных звонков и не тратьте свое личное на них время. Ну а мы с вами едем дальше. Заусенчики убрали, у нас теперь практически идеально. За кадром сделал вот такие две заготовочки, это наждачная бумага. Ну, она мне пригодится, больше ничего не подошло под рукой по толщине. Сейчас мы это вот таким вот образом с вами приклеим. Приклею прямо на все, на суперклей. Теперь ровненько прижимаю. Получаем такую заготовочку. Лишку убираем, она мне нужна, мешаться только будет. Вот так вот. Здесь, как видите, у нас получился зазорчик небольшой. Чуть выше центра. Сейчас сделаю отметку. Теперь сделаем отметочки, где будем сверлить. Так, на глаз. Ну, примерно одинаково вроде как. Убрать лишку, сделаем себе такой мини-макетик.
Ручку буду делать с ясеня. Будет это выглядеть вот таким вот образом. И по размеру отрезать. Один край сразу стачу, потому что, ну, потом неудобно будет его стачивать. Нанесем также суперклей. По клетке делаю два отверстия. Друзья, ну вот мы почти подошли к с вами к финальному результату. Я на самом деле не ожидал, что будет такая жесткость. Просто прям, ну реально жестковатый такой получается. Сейчас мы покроем, как всегда, воском. Прям втираю, да, немножечко. То есть, видите, он сразу начинает таять. Начинает впитываться в само дерево. Ну, видите, он практически даже высох. Насухо вытираем. И у нас защищенная ручка. И сразу смотрите, как обрисовывается такая структура дерева. Красивая получается. Ну, у нас остался небольшой такой момент. Вставить само лезвие. Лезвие буду использовать канцелярские. Да, вы сейчас все скажете, что Леха, да ты че, ножи канцелярские продаются. Да, продаются. Лично пользуюсь и в кадре пользовался. Теперь мы вот так вот сейчас вставляем. Вот. Все у нас плотненько зашло. У нас получается такой вот ножичек. Объясню, почему это лучше, чем обычный канцелярский ножик. Смотрите, вот он старенький, ну как старенький, такой ножичек. Вот смотрите, мы чуть нажимаем, и он у нас, о, как становится. Это в большинстве случаев у ножей такая ситуация. То есть, если что-то большое отрезать, это вот, ну, неудобно прям. Мне вот это не нравится, и мне это очень коробит. А теперь у нас получился вот такой вот режущий, который мы можем что-то настрогать, порезать даже колбаску. Давайте посмотрим, какой он острый. Конечно, острый. То есть, да, получился вот так. Ну, это я смеюсь, конечно. Острота, сами понимаете, что он будет острый, потому что все-таки это канцелярское лезвие и алмазная заточка заводская. А, но мы тоже теперь сможем с легкостью. Это вот ясень. Знаете сами, кто с деревом работает, что такая довольно-таки твердая порода дерева. И то есть мы спокойно вот работаем как нам надо там, да, вот всей плоскостью там, ну это я просто как пример показываю. Тряпочку отрезать нам надо, но пользуемся как обычным канцелярским ножом, обычным канцелярским лезвием. Но все зависит от того, насколько острое лезвие, свеженькое там оно, старенькое. Смена лезвия тоже можно взять, вот пальцами не трогать, это лучше аккуратненько взять так вот и вытащить. То есть все. Линолеум там где-то порезать. Да, может быть, продаются готовые, я не знаю. Я вот пользуюсь только такими обычными канцелярскими ножами. А это все-таки вот такой получился самодельный держатель для лезвия. Я думаю, получилось довольно-таки неплохо. Думал, что результат будет, конечно, хуже. Оказалось, довольно-таки неплохо. Ручка получилась длинная, рука большая. Мне как раз вот так было удобно. То есть у меня и палец защищен, да, как бы у меня упор есть. И вроде так вот и удобно держать. Жесткость хорошая. На удивление прям. Вот, если понравился данный выпуск, обязательно палец вверх. Все полезные ссылочки будут в описании под роликом. Переходим, смотрим. А вам же хочу сказать огромное спасибо, что смотрите, что поддерживаете. Вам всем крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока. Как видите, пользуется очень удобно. Для домашних там колбаску, хлебушек
и так далее. Резать, я думаю, не сгодится. Все-таки есть такие трещинки. Там, да, сюда будет пища забиваться. Да, и само лезвие имеет свойство коррозии. А так, для каких-то хозяйственных целей, я думаю, вот так вот.